Детский сад номер 25 идет в ногу со временем. Воспитанники подготовительной группы попробовали свои силы в выполнении норм ГТО. Контрольных упражнений для диагностики 6. Это отжимания, челночный бег, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель, наклоны с гимнастической скамьи, поднимание туловища из положения лежа на спине. Еще. Сейчас проходит у нас первый этап. Проводится непосредственно в детских садах, и в дальнейшем планируется финал среди лучших участников, выполнивших нормативы в первом этапе. Первая ступень – это 6-8 лет, соответственно, поэтому мы и работаем с детскими садами, потому что подготовительные группы уже могут сдавать нормативы ГТО. Хочу заметить, что сегодня мы принимаем 6 нормативов, есть среди них обязательные и нормативы по выбору. Еще один обязательный норматив – это смешанные передвижения на 1 километр. Мы будем сдавать чуть позже в городском парке культуры отдыха, когда позволят погодные условия. В ходе проведения испытаний выяснилось, что все ребята в отличной форме. А все благодаря ежедневным занятиям гимнастикой. В детском саду ведется физкультурно-оздоровительная работа на улучшение показателей развития. Работаю уже как бы давно с этими детками. Вот они у нас замечательные. Ну, разумеется, чтобы добиться каких-то результатов, конечно, работаем много. Вот у нас такая мощная зарядка обязательно. Мы утром обязательно у нас они все приходят на зарядку. И зарядка у нас по 15, даже по 20 минут. Как получается мини-тренировочка у нас. Вот поэтому детки, особенно которые вот желают, у которых есть какие-то способности, разумеется, они какие-то свои результаты приносят. И очень хорошие результаты выдают. Азарт в глазах, стимул быть лучшими подстегивали детей к новым победам. В скором времени ребята, набравшие наибольшее количество баллов по итогам выполнения нормативов ГТО, будут бороться за звание сильнейших дошкольников города на очередном этапе. Лилия Шениязова, Иван Татауров, телекомпания «Слават».